Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию моего сериала «Первая любовь». Но и при начале этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. А мы начинаем, всем приятного просмотра! Ладно, Сар, я, наверное, пойду домой. Окей, Дим. Блин, мне так нравится мой дом. Вообще никогда теперь не хочу с него съезжать. И акула мне нравится, мне все здесь нравится. Вообще никогда не хочу съезжать отсюда. Джонни звонит. Алло, привет, можешь, пожалуйста, там что-нибудь сделать, там что-нибудь романтическое? Я к тебе еду в костюме. Ладно. Романтическое. Ой, ну что бы ему сделать-то? Ну, он же у нас мужчина, да? Ну, ладно, ладно. Сделаю ему что-нибудь. Ну, например, вот это вот. А себе... Себе я, наверное, так как я пока что на правильном питании, я, наверное, скушаю макароны с сыром. Пасту с сыром, точнее. Все. Так, это здесь вот. Так, надо еще обязательно свечку поставить. И, конечно же, кофеек. А, хотя какой кофеек? Надо что-нибудь такое. Для этого у меня есть специальные бокалы. Для этих случаев у меня есть специальный коктейль. Все. Все готово. Осталось только его дождаться. А, я еще не готова, надо же переодеться. Ну, красиво. Так. Помада. Все, я готова. Надо еще записку записать, чтобы он сразу шел на кухню. Вот и все. Так, ну он заходит вот отсюда, поэтому будет лежать вот здесь. Ой, нет. Так он не заметит. Пускай будет вот здесь лежать. Вот здесь все. И будем ждать его. Ладно, бро, я пошел. Окей. Так, надо Саре позвонить. Алло, Сара, приготовь какой-нибудь романтик. Хорошо. Так. Все. Свет везде выключим. А у меня его только в своей комнате. Он только в своей, в моей комнате. Так, и сегодня надо предложить съехаться. Надеюсь, что она не предложит ко мне съехаться. А то у меня вообще ничего. У меня вообще нету места. Мы здесь никак не уживемся. Ладно, я пошел. Так, надо еще. Я сегодня чистил, ну ладно. Все. Теперь можно идти. Тем временем уже стемнело. Так, уже стемнело, надо везде все выключать, чтобы остались только моя свеча. Все. Нет, нет, надо вырубить. Нет, надо вырубить. Как это вырубить? Скажите, пожалуйста. Уже стемнело, и вот какое-то письмо. Почему он не меня не встречает? Иди сразу на кухню, я тебя жду. О, ну ладно. Привет. Привет, ну что, мы будем кушать? Конечно, будем. Налетай на еду. О, спасибо. Не за что. Спасибо. Не за что. Очень вкусно. Спасибо, зайка. Да не за что, для тебя старалась. Спасибо большое. Долго готовила? Нет, это у меня готовая еда уже в холодильнике, но я ее готовила сама. Так что...
Ну круто. Слушай, Зай, я тут подумала, раз мы уже встречаемся достаточно много, может, съедемся? Окей, я тогда собираю вещи и к тебе. Не, у меня там вообще места мало. Ты хотя и не убила меня. Давай лучше я к тебе чемодан соберу и приеду. Да, хорошо, тогда я кровать поменяю. Все, мой, завтра буду у тебя. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, малыш. Фух, все, наконец-то. Наконец-то я буду жить со своим парнем. Фу, ночью что-то холодно, надо обогрев включить. О, тебя тепло. Наконец-то я буду жить у нее, да-да-да, это свершилось, да-да. Наконец-то. На следующее утро. Да-да-да, я переезжаю к ней, а ура, это свершилось. Да-да-да, наконец-то я съеду со своей любимой девушкой и буду жить у нее. Да-да-да, 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 да-да-да-да-да. А остальное можно оставить здесь. В принципе, у нее все это есть, но еду я, конечно же, заберу. У нее есть своя еда, я не ем такую. Хотя у нее все такое же, как у меня есть. Ну ладно, будет по две порции. И второй чемодан. Да, у нее все это есть, но мне пофиг. Все, я приезжаю наконец-то. Наконец-то я буду жить. Ой, я сейчас. У меня есть какая-то шапка? Нет, какой-то шапки. Да, блин, ну ладно. Без микроволновки как-то проживу. Мало я в тебе, конечно, пожил дом, но ладно. Пока. Так, свет надо вырубить. Фу, сегодня же он приедет. Так, так, так. Надо срочно менять кровать. Ну, вроде бы все. Так, грелку опять сюда. Ну, все, ждем его. Зайка, я приехал. О, привет. Нифига, у тебя два чемодана? Да, в одной еда, в другой тоже. Зачем? У меня есть еда. Ну, вдруг у тебя нет такой еды, как у меня. У нас одинаковая еда. Мне все равно. Я взял свою еду, значит, все. Так, моя щеточка. Ты не оборзел ли сразу тут все разбирать? А поздороваться с любимой девушкой, нет? Не хотел? Отдай мне разобрать вещи. Ты офигел? В смысле? В прямом! Иди обратно в свой дом. Я не хочу такого парня, который даже не поздоровался с девушкой. Муа, моя любовь. Так не принимается. Зайка, я тебя и так люблю. Так тебя люблю. Все. А поздороваться нормально, сказать, что ты лучшая девушка в моей жизни, не? Зайка, ну это уже будет переиграно. Все, ты меня не любишь. Господи. То есть ты скажешь, что я тебе не нужен? Да, ты мне не нужен такой. Ну, Зай, ну прости. Я тебя не прощаю. Я тебе вчера романтик устроила. А еда была уже приготовленная. Ну да, ну приготовила же ее я, а не какая-то там доставка. Еду я подготавливала, все я тебе подготавливала, думала, какой напиток, думала, какие стаканы, у меня их очень много, и напитков тоже. А ты просто взял и вот так вот нагло, блин, разбираешь тут свои шмотки. Ты нормальный?
Ну, я просто побыстрее разобрать шмотки, чтобы с тобой больше времени провести. Я на тебя обиделась. Все, я буду спать. А, она кровать уже поменяла. Блин, красивая кровать. Конечно, красивая. Для тебя, блин, старалась. А ты, тварь такая, даже не посмотрел. Сразу разбирать свои вещи. Достал уже. Да я тебя очень люблю. Незаметно. Я работать. Работать она. Замолчи, хватит мне перечить уже. Сделай 2 там стакана. Окей. Все, сделай. И лежака 2 сделай. Хорошо, хорошо. Все, сделал. Вот и молодец. Вы ничего не видели. Первый день я уже задолбалась с ним жить. Я тебя тоже люблю, зайка. Да-да-да. Я тебя тоже очень сильно люблю. Ой-ой-ой, любит он меня. Что ты спросить хочешь у меня? А, ничего. Все, я работаю, не мешай. В Инстаграме лазишь? Отстань! Люлюм, смотрите, я Сара! А, надо еще так. Посмотрите, я Сара, я люблю выпендриваться, а также я люблю отшивать своего парня Джонни. Хотя мы с ним не встречаемся еще на... Ах ты, Джонни, я сейчас могу надавать битой, как Лиля я. Я тебе могу кинуть вот этим стеклянным тигром. Ой, все, снимай очки. Все, я одеваюсь. Все. Вот и все. Не мешай мне работать, тварь. Ладно. А я Сара, которой я угрожаю своим... Я тебя сейчас тресну! А! Ну-ка. Все, дай мне нормально поработать. Ладно. Я пойду тогда искупаюсь. Уи! Сара, иди ко мне! Дай мне спокойно поработать! Ну ладно, что такая агрессивная вообще? Вы окружены, сдавайтесь! Джонни! Ой, пора бежать. Джонни, я сейчас тебе надаю, блин. Ну давай, догони меня. Ах ты ж, давай. Спасите. Давай я тебе помогу. Залази. На. На, держи. Все, дай мне спокойно поработать. Ладно. Приготовишь что-нибудь? Дай мне поработать. Ладно. Купаюсь, что ли. Ой, я Сара, которая не умеет петь. Ну все, задолбал. Ты задолбал, типа расческа бьет. Ай, да че ты? Хватит! На. Ай! Ага. Забал. Ладно, зай. Дай пожрать. Иди на кухню возьми! Ладно.
Все, пошли позагораем, задолбала работа. Фух, ладно, ты прав. Ты прав. Не помешало? А, помешали. Я старалась. Катя, ты что здесь делаешь? И как ты узнала мой адрес? Я спросила у нашей воспиталки. Но, Сара, что ты здесь делаешь? Решила вас проведать. А вы что, уже встречаетесь? Да, мы уже встречаемся. Что? Джонни, ну ты же обещал, что дождешься меня. В смысле дождется? Ну ты же обещал. Что обещал? Что когда, если даже меня заберут или тебя, мы все равно встретимся и будем и поженимся. В смысле? Такое разве было, Джонни? Я же всегда с тобой везде ходила. Да, ты с ним везде ходила, но ночью мы с ним виделись. И, кстати, ты мне обещал, где мое кольцо? Какое еще кольцо? Кольцо, которое ты мне обещал забрать у Сары. Что? Джонни, это правда? Мы с тобой только съехались. Это неправда. Ты ей веришь? Я лично нет. Ну, понятное дело. Катя, продолжай. А еще он мне обещал тебе изменить. Что, Джонни? Катя, ты чё? Тук-тук, что ли, уже? Это ты тук-тук? А, кстати, если ты не сдержишь свое обещание, то знай, свой дом перепишешь на меня. Да пожалуйста, хоть сейчас, я живу вместе с Сарой. А ты уже не живешь со мной, забирай свои манатки. Что? Круто я придумала, чтобы мы с тобой были. Катя, я тебя ненавижу! Мы же с вами должны были быть троицей! Собирай свои манатки и проваливай! Зай, ты серьезно ей веришь? Не знаю, она моя лучшая подруга. Она мне только что сказала, что круто я придумала, чтобы избавиться от нее. Что? Да, это она сказала. Катя. Что, ты уже рассталась с ним? Блин, я тебе сожалею. Пошла вон отсюда! К своей мамаше, которая тебя забрала! Что? Ну и ладно. Неужели она так реально поступила? Да, люди бывают жестокие. О, кстати, смотри, какая-то одежда. Нам, видимо, оставили ее. Прикольная. Тут костюмы всякие, смотри. Вот такие костюмы, футболки. И тебе даже костюм, смотри, есть второй. Прикольно. Угу. Прости меня, что я на тебя накричала. С кем не бывает. Я тоже иногда верила Кате, и это к добру не приводило. Ну, ладно. Блин, уже стемнело. Давай выключать свет и ложиться спать. Слушай, может, ты одну свечку поставишь к нам вот на тумбочку? Давай. Нет, чтобы она всегда горела. А, точно. Я что, тупая, что ли? Я реально тупая какая-то. Нет, ты просто чуть-чуть ступила. Ну, значит, не тупая. Не тупая, ты успокойся. Ой, все. Ой. Девушки. Не тупые вы, успокойтесь. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи.
And my friends are toxic. Go, Monsieur, star away. Oh, my life, man. Так. Ничего. Включим свет. Надо накрыть стол. Так, ну, мне хот-дог. И, наверное... макароны с рыбой. Или она вроде на диете. Да, она вроде на диете сейчас. Вот, с бекончиком полезно. И кофеёк. У нас кроме кофейка здесь ничегошеньки нет. Ну ладно, я тоже кофе пью. Да, конечно, у неё реально кружка для кофе. Одну свечку все же надо вот сюда поставить, на кухню. Доброе утро, Джонни, ты где? Джонни, куда ты уже ушел? Ну, Джонни! Джонни, это мне? Да, я тут тебе завтрак приготовил. Спасибо, Джонни. Как знал, что я на диете? Ну, я же помнил, что ты на диете. Спасибо. Да не за что. Не благодари. Да, ё-моё. Зачем вот это вот? Зачем так труняться было? Ой, спасибо, Джонни. Да не за что. Мне приятно делать тебе приятно. Ну, ты, конечно, словарник. Ладно, сейчас я везде свет врублю. Так он уже везде врублен. А, да? Ой. Ладно, я работаю, ты не мешай. Можешь сделать слайм. О, слайм! Я помню, мы в детстве делали этот слайм. Нам Катя приклеила его на бошку, потому что ее только любили в детстве. Ой, да, помню эти моменты, когда Катя считала себя королевой. Она даже корону тогда сделала себе. Ну, сейчас и ходит с этой короной такая, я королева, я королева. Это точно. Синенький, конечно. Во, какой слайм получился. На! Ты чё, офигел? У меня очки защитные. Я помню, как меня положили в больницу из-за того, что она мне слайм положила. Я чуть не задохнулась. Так что не надо так. Окей, ладно. Я поставлю его вот сюда. Окей. Чпоки. Ля-ля-ля-ля. Ладно, пошли покупаемся. Тут скучно как-то просто работать. Ага. Я уже устала работать. А ты на работу устроилась? Ну, типа того. На подработку, знаешь. Все-таки круто, крутая была у тебя идея, чтобы съехаться с тобой. Я говорю, я фигни не предложу. Ага, конечно. Еще какой фигни предложишь? Я не понял. Ладно, давай что-нибудь скушаем. О, давай вот эти коктейли сделаем. Да. Во. Так. Ой, вкусняшка. Тебе все вкусняшка. Ну да, я такая. Ах ты ж... На меня нападают, спасите! Все. Я здесь сижу теперь. Ты чё, офигел, мне на тебе не доп... Ах ты ж, зараза такая. Хе-х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 е. Ах ты, иди сюда, малявка. Кто малявка? Между прочим, двое на одного, нечестно. Исчезни, малявка. Ты кого малявкой назвал? А ну иди сюда, кого ты малявкой назвал? Ой, малявка наша решила подрать. А ну,
На. И вот на этом я хочу закончить свою серию «Первая любовь». Всем пока-пока. Я вас люблю.